С рабочим визитом в Кировскую область сегодня приехал министр образования России Дмитрий Ливанов. Местные власти решили показать гостю несколько дошкольных и образовательных учреждений. Одной из точек стал детский сад в микрорайоне «Солнечный берег». Дмитрий Ливанов в сопровождении Никиты Белых и Владимира Быкова прошелся по детским группам, посмотрел бассейн, который находится в этом садике, оценил комнаты отдыха. Напомню, этот детский сад на 220 мест был построен в рекордно короткие сроки за один год. Но возвели его, как утверждают городские власти, с соблюдением всех норм и правил. В этом году это второе новое дошкольное учреждение, которое появилось в Кирове. До этого детсады в областном центре не строили 23 года. Никита Юрьевич пояснил, по мере того, как в городе будут появляться новые жилые микрорайоны, будут строить и новые садики, и школы. Мне кажется, что вот вы оптимума просто по цене сейчас достигли, ну и, естественно, качество очень высокое, это видно. Когда мы говорим о комплексной застройке, о комплексном освоении территории, там других вариантов и быть не может. Тут, условно, то есть уже строить, а там большое, Б уже зарекомендовавшее себя, да, то есть В, соответственно, значит, ну, какие-то разумные деньги укладываются.